Челябинцы обсуждают шокирующий случай в Башкирии. Подросток устроил резню в школе, а потом поджег здание. Короче, какой-то пацан с ножом бегал в школе. У нас прям учительница держит дверь. Девка она забегает. Они пырнули девку, и она выбросилась со второго этажа. И сейчас у нас просто горит школа. У нас просто все плачут. Вот приехали пожарки. Это вообще очень страшно. Все случилось в Стерлитамаке. Известно, что мальчик забежал в учебное учреждение, напал на девушку, а потом устроил пожар. Выяснилось, что пострадало две школьницы, преподаватель и сам нападавший. Сейчас мотивы налета выясняются. Кстати, не так давно закончили расследование дела о поножовщине в учебном заведении в Челябинской области. Ученик, который ударил ножом одноклассника, может отправиться в психиатрическую больницу. С таким предложением выступили следователи. Напомним, в конце января, во время перемены, один ученик ударил ножом девятиклассника. После расследования правоохранители пришли к выводу, что мальчику необходима помощь медиков. Подросток и ранее состоял на учете у психиатра.